пытаемся сейчас обвязать двигатель ремнем, чтобы его поднять. Как мы его будем поднимать, пока еще неизвестно. Возможно, нам улыбнется удача, и мы его поднимем погрузчиком. Если нет, то придется выдумывать что-то другое. Потому что журавля у нас нема. Нам немного не повезло. Вот. Что? Ну, в общем-то, все готово. Осталось только поднять. Угу. Ты сейчас чувствуешь? Что? Недостача? Ты зачем? Ром, ты это пизня, курва, то будешь кричал. Боялся, да, сейчас без что-то пальцев поломается, а еще чуть без двух пальцев остался. Движком могло обрубить. Вот и все. Мы уже вытянули, как вы видели, М54. Он у нас уже проветривается, в общем, гуляет. Донора мы выкатили уже из гаража. Вот. Теперь моя ласточка ждет своей череды. Теперь вот это вот ущербное пихло М43 ждет старта. Он отсюда вылетит. Ну, короче, далеко отсюда донора. Вот, то есть мы вот так вот поменяем. Сразу двойная замена. Мы по мелочам не размениваемся, короче. Вот такие дела. Тут, как вы видите, я уже все приготовил. Единственное, не снимал радиатор, не спускал жидкостя. Собственно, ради того момента, чтобы она могла сюда въехать самостоятельно. И я всех вас, кто смотрит наш канал, я вас всех приглашаю на свадьбу. Именно так называется тот момент, когда двигатель селится
в подкапотном пространстве. Так что вы все приглашены на свадьбу. Вы свидетели.